Самир Ханданович. В обороне Шкринер в паре с Дефреем. Чолхан-Оглу вместе с Брозовичем в центре полузащиты. И в атаке Мартинес начнет с Джеку. Посмотрим, как будут играть гости. Два форварда при поддержке четырех полузащитников. Да, очень широкий простор для атаки. Действительно будет интересно. Георгий Черданцев и Константин Генич. На ваших экранах итальянский футбол. Смотрим серию А. Это Интер против Эмполи. Скорее бы начало уже. Очень хочется посмотреть, что команды сегодня покажут на поле. Игра сегодня будет что надо. Сейчас оба миланских гранда, и Интер, и Милан, уровнем ниже, чем несколько лет назад. Грустно было осознавать, что в 2015 году, когда финал Лиги чемпионов должен был пройти на Сан-Сиро и прошел там, даже не участвовал. Интер с первых минут играет в таком составе. Ворота. Команды начинают эту игру. Поехали. Жестко он в отборе играет. Какая техника, как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. И счет в матче открыт. Отлично они начали, быстро решили забрать игру себе, и гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Классная контратака предшествовала голу, давайте еще раз посмотрим. Да, каков завершающий выход 1-1, просто классика футбола, вратаря как будто и не заметил. Один ноль в нашей игре. Без мяча соперник. Хороший отбор. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Милан Шкрынер. Марсело Брозович с мячом. Милан Шкрынер. Марцело Брозович. Хакан Чалханоглу. Уверенный отбор. Хендерсон. И атака продолжается. 1-0 в нашей игре.